Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это смерть в воде, мертвая вода, дед в воде и так далее. Два. И мы, короче, почти ее прошли. Ты вот сейчас смотришь, ты вот прямо сейчас поставь лайк и оставь комментарий. Это очень помогает развитию канала. Вот, и мы вроде как нам осталось... Глава 14, подожди. 14-15, да. Нам осталось как раз два уровня пройти. Я думаю, сейчас мы их и пройдем. Так что, континуе. Или континуе. Я не знаю. А? Мы только что обнаружили старый манускрипт, в котором комбинировали небольшая комната. Возможно, вы видели его раньше, но никогда не понимали его истинное значение. А где ее голос? Зловещая гравюра на сне показывает местонахождение логова смерти. Мы должны немедленно отправиться туда и посмотреть, сможем ли мы найти карту. Ладно. Что? Что вам надо? Вы обычные акулки, отстаньте. Что вас тут так много? Выплыли так стаи, хотят что-то от меня, что ли? Блин, как хорошо. О, у меня же есть это. Подожди, где она? Оля. Гарпун, который делает бэм. Какой-то новый у нас гарпун, мы его еще не тестили с тобой. Ну, видимо, она как раз на него. Так, ну нам что, нам туда куда-то. Погнали. Вот это место я помню, а тут хорошо дефаться. Да не, смотри. А, ну или да. Ну просто мне говорили, что это кит. Но кит ли это? У него вон лапа прям какая-то. Не совсем на кита похоже, честно говоря. Я как бы и не знаю, как скелет кита выглядит, справедливости ради. Ну, слушай, ну вот тут как бы он по-другому, в отличие от того. Какой-то очень странный кит. Так, а где сундучки? Сундучки хочется же еще. Так, ну-ка, проверка. Вот это гарпун, слышишь? Это прям мощная штукенция. Так, ну дайте мне пока дарбарвик, мало ли кто ко мне подплывет. Мифы были правы, здесь спрятаны древние руины. Так, ну-ка. Акула мака. Блин, не попал. Здесь древние руины? Да ты шо? Прям древние, да? А вот мы тут были с тобой. Алло, древние руины. Тихо. Подожди. Ну что-то не шотает она, конечно, так как я хотел. Все. Лакака похавала говна, самое главное. Самая неприятная акула. Так, слышу, вот он. Киривай, ништячок давай. А где-то еще, кажется, улетела монетка, нет? Или нет? Ты что подсматриваешь, а? Ну ты видел, а, этот момент? Стоит такая, типа, я вообще-то здесь была до вас. Я тут очередь занимала, да. Так, вот этот ближе, он где-то внизу. А, слышу.
Не понимаю, где, но слышу. Наверное... А, тут же подвал еще есть. Как в него попасть-то? Ой-ой-ой, низкий уровень кислорода. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я задумался, вообще забыл про этот кислород. Э, ну плыви быстрее, ё-моё. Давай-давай-давай, активнее булочками шевели. Охренеть, что ты такое? Рыба. Ля какая. Ля рыбка. Ля. А ты нормальная, да? Ты прям просто рыбка. Хоть кто-то здесь мирный, а? Хоть кто-то не пытается меня сожрать, или убить, или съесть, или я не знаю, что еще со мной можно тут сделать. Но хоть кто-то это не пытается сделать. Так, ладно, сундуки. А один внизу, я понял. Как туда спуститься, я не помню. Но мы сейчас с тобой найдем. Вон, о. Слушай, ты, кстати, если увидишь где-то, ну, кого-то, ты кричи сразу. Я ж не особо внимательный челик. Не забывай об этом. Так, как нам с тобой спуститься? Вот он внизу. Сундук внизу, понял? Ты понял? А как спуститься, я не понял. Так, ладно, где второй? Второй? Вот здесь выше. Где-то он вообще вот здесь. Еще выше. Почему так далеко? Так, нахер иди. Вот собака такая, а. Почему так далеко сундук? А? А-а-а, тварина. Вот где-то вот здесь он. Я его типа просто проплыл еще. А-а-а, вижу. Вижу. Да, его просто проплыл в начале, походу. Так, ну и остался тот мелкий. А, их еще там несколько. Даже так. О, акула мака. Самая, кстати, отвратительная. Очень быстрая, очень больно кусает. И ты ее поймаешь за ляжку из-за этого. А она за ляжку только так хватает. Может, сразу воздуха возьмем, давай. Пока доплывем как раз. В конце мы что, со осьминогом будем драться? Так он изичный вроде, нет? Единственное, я так понимаю, что у него очень много хэпосов. Но это мелочи, если честно. Шо тут у нас? Но вот эта рыба огромная. Она очень сильно сбивает. Так, ладно. Один еще вот наверху есть. Вот где-то... А, что-то прям еще выше. Вот здесь где-то, на этом уровне. Ну, вот он. Его типа мы нашли легко. Довольно легкая задача была. Так, а вот здесь вот как заплыть-то внутрь? Я что-то не могу понять. Чья не вдупляю, часа не едут. Аптечка.
Может где-то здесь снизу можно? Ну, честно говоря, они не похожи. Нет, тут где-то был вход. Прям вход в руины. Такой заплыв за ныр. Где-то было можно задернуть точно. Не пойму, а где? Во! Во! Нашел. Ой! Испугали меня. Фу, сраные змеи. Это похоже на карту. Отправляю там сканер куда-то. Посмотрим, сможешь ли ты расшифровать вариант и найти логово смерти. Мы должны остановить эти злобные атаки, говорит, раз и навсегда. Я не против. Что за страшные звуки? Я не сомневался. Блин, если эта добрая рыбка на меня не будет сейчас нападать? Так, ну давайте, лохи. Я готов. Куда, куда? На тебе. А, промазал, подожди. Стой. Тихо, тихо, тихо. Да тихо. Надо было куснуть, да? Без этого никак не обошлось? А? Да ты шо? Вау. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну что, слышишь ты? Нахер иди отсюда. Нахер иди, говорю. Нахер тоже иди. Где? Взорвалась та, что ли, какашка? Ага, взорвалась она. Что ты, гадина? А ну ты можешь просто уже отъехать. А? Где еще? Не готов. А? Ах ты! Собака покусяка. Куда? Куда? Куда мы лезем? О, как уля молят. М
На тебе борщ, слышь ты. О, здорово. Здорово. Что такая живучая? Ой-ой-ой, перезарядка. Спокойно, спокойно. Ты не паникуй. Ты что паникуешь? Не паникуй. Все нормально. Ага. Аптечку съедим, и все. Нормально все. О, акула кака. На тебе. На тебе. С винтовки. Опа. На тебе. Подожди, чешется, чешется. Ух ты! Вернулась. Где она? Да вот тебе, держи. Кто там? Кто там? А, опять акула кака. Не, не акула кака. Просто микрокакулка. О, а ну-ка, подожди-ка. Сейчас, сейчас, подожди. Ну-ка, на. Ох, тебе там неприятно, да, наверное? Где ты? Ох, ты там вообще не понравилось тебе, я думаю. Ты прям негодуешь, мне кажется. Ой, напугала мертвая акула. Ну, иди еще. О! Фу, напугала. Высралась откуда-то. Ага. А? Тише, тише. На меня. О, какуля молять. Бенкс. Она, кстати, какая-то слабая. Даже некоторые поменьше акулы с одного выстрела в лицо не умирают. А это такая. И все. Где они там? Алло? 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 Ага. Так ты шо? О! Акула-мака сраная. Подожди, подожди. Ну-ка. На. Вот это очень приятный выстрел был для меня. Но не очень приятный для нее. Так, осталось мало патронов. Давай вот с этого постреляем. Удар барвик — это очень крутая штука. Куда? Ну фу. О, здрасте, мамаша, мы вас заждались. Я уже думал, когда ты появишься. Блядь. Сраная акула-мака. Подожди, там мамаша где-то еще. Тихо, тихо, тихо ты. Мамаша, не надо. Ё-моё. Где? А, иди сюда, мышь. Акула — это мышь, а не мака. Мышака акула. Во, в натуре акула мышака.
Так, а ты что вообще тут делала? Ой, стресс. Так, осталось не так много. Я думаю, еще одна будет. Бигакула. Бигакула. Ой. Ой. О, нет, дробовик имба. Только что чисто из-за дробовика всех раскидал. А? Акула еще тут мешает мне. Напрягает немножко. Ой, перезарядка. Нахер иди. Во, живая, смотри. Нет. Фу, что-то их тут много так плотненько. О, хорошо. Так, а следующая у нас последняя, да? Так, 9000, что купить? Этот прокачан, этот прокачан. Взрыв, скорость перезарядки, скорострельность. А вот это что прокачивает? А, макс боеприпасы. Давай. Боеприпасы надо прокачать, я считаю. Скорострельность, перезарядка. Че, все прокачивал, что ли? Ну, почти. Ну, это давай докачаем. Все, оружие на фул, все. Я тоже. А, вот еще копье не на фул. Скорость перезарядки. Давай, давай. Еще гранаты. Макс боеприпасы. Макс боеприпасы. Все, прикончились бабки. Все, последнее это у нас. Последняя ластовая миссия. Что на голове вообще непонятно. Ну, ладно. Я просто обычно назад зачувствую, а сейчас решил на бок. Глубокое море – таинственное и неумолимое место, где давление может раздавить вас, а тьма поглотить целиком. Так, ну пойдем. Мы смогли видеть, что местоположение логова. Команда также удалось расшифровать некоторые иероглифы и гравюры. Это рисует ужасную историю. Сиренах принесет человеческие жертвы, чтобы... Ну, что там, а кислород, немного боеприпасов. Так, что? Что? Нахер сразу. Используйте, говорит, всю огневую мощь, чтобы изгнать кракена. Ну, я примерно... Ты... Нахер иди отсюда. Я примерно это и планировал, честно говоря. Да ты чё? Ты вот... Не ори на меня. Я мать. А тут сундуков нету, кстати, смотри. Вообще на карте не отображаются. Так, кстати, граната. Раз. И что, у меня только такая? Кто, блядь, что хочет? Что? Иди нахер. А тихо, там кто? Я думал, акула мака. А тут что, все, сундуков нету? Подожди. В смысле? Хули вам надо? Подожди.
нахер пошла. Подождите. Я хочу еще сундук. В смысле, с патронами. В смысле, есть же такой? Или что это за херня? Ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви. Бля, не пугайте меня. Так, о, иди сюда. Давай, 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 давай. Мразь. Нахер. Как она меня раздражает, эта акула мака, а? Так, хоро... О! Очень, да, красивое место. Вряд ли там что-то плохое происходит. Правильно? Там же череп изображен. А череп, как мы знаем, это, ну, ничего плохого не может предвещать. Правильно? А что тут? Мои же ноги. Испугался своих женок в очередной раз. Так, ну чё, где там кракусик? Оу! Чё началось-то сразу? Нахуй, на, сука. Я тебе сейчас, блядь, дам пизды. Где ты, мышь? На, мышь, на. Куда ты погнал? Куда он погнал? Нифига он молодец. Сука такая. Так много. Нахер. Нахер. Сюда иди. Нахер. Нахер. Где этот кракус? Киров. На, падла. Хавай говна. Да ты запарил. Дайте патронов. А, сука. На, хавай, хавай, говнище. Нифига ты. Где он вообще? Так, ну ты-то чё? Ты-то иди отсюда. Давай, давай, нападай. На тебе, падла. На тебе, падла. Вот ты что хочешь?
А ты чё хочешь от меня? Ты запарил, дай перезарядиться. Собака такая. Пожалуйста, получает. И слушай, ты что там? Ты предупреждаешь, если какая-то опасность сзади? Я ж не вижу. Так, ну давай нахер отсюда. Ты мразь, а? Только выплыви, гаденыш. Только выплыви. Дай знать, где ты находишься. Дай знать. Тебя-то не хватало прямо сейчас, да? Куда ты пошла, собака? Ну, стоять, блядь. Вот ты-то чё? Ты-то чё? Ты куда вообще? Я не знаю почему, но акула-молот, она прям улетает куда-то. Кракен сраный, а? Не такой крутой уже, когда один. Все, победил? После навязчивого финального крика Кракен замолчал. Искривленное тело смерти медленно окинулось назад в глубины чернильной бездны. Битва закончилась. Последовавшая жуткая тишина была почти более страшнее боя. Очень громкая музыка, кстати. Только время покажет, если воды Блэквотера, теперь Бэй, были в безопасности. Поднимутся ли новые невыразимые ужасы и заполнят пустоту кончиной смерти? Вас ждет следующий спуск во тьму.
Надо не забыть здесь сделать фон игры тише, а то так музыка орет. Миллион. Вы находитесь в тридцатке лучших. 8125 место у меня, чуваки. Проходите тоже. Скидывайте в Дискорд, у кого какое место будет. Будем соревноваться с вами. Блин, игра мне прям понравилась. Все, продолжить можно, да? Все, игру мы прошли. Блин, прикольно. Очень такой интересный экспириенс. Я не играл в первую часть, чисто случайно наткнулся на вторую. Она такая, знаешь, и пострелять, и моментами такая пугает скримерами, когда акула выплывает на тебя. И живности всякое разное прикольное. Босик такой, ну, знаешь, интересненький, в принципе. Рассчитывая на то, что, точнее, учитывая то, что игру сделали всего два человека, она очень крутая. В общем, рекомендую тебе тоже поиграть, пройти прям вот 10 из 10 своего жанра, наверное. Я, правда, не знаю, что это за жанр. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и увидимся в следующей серии. Ну, точнее, в следующем видосике. Серии по этой игре уже не будут. Всем пока!